Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. В этом видео хочу вам показать кусочки своего осеннего сада. Сейчас цветут астры, очень красиво. И астры в сентябре – это, наверное, уже королевы сада именно этого месяца. Петунии очень хорошо цветут, и серии тайдал я уже неоднократно говорила и показывала на своем канале. Это идеальное растение, если вы хотите заполнить большие пространства. К осени эти петунии вообще просто шикарно смотрятся, тем более, когда похолодало, они просто, например, тайдал сильвер играет всеми оттенками белого, такого даже серебристого. То есть на растении есть как и белые цветочки, так больше фиолетовые, с прожилками. В общем, серия тайдал мне очень нравится своей неприхотливостью. Она очень хорошо ветвится. И, конечно, это получается просто цветущий ковер этих растений. В сентябре петунии, именно вот серии тайдал, на мой взгляд, которые вообще петунии, которые мы выращиваем в открытом грунте, просто шикарно-пришикарно смотрятся. Мне нравится осенний сад, и когда вот так вот петунии хорошо разрастаются, это, конечно, безусловно, красиво. И рядом с петуниями у меня колиусы. Данные колиусы вегетативные. Тоже вот я выращивала их из черенка, и сейчас вот эти колиусы выглядят вот таким образом. Сидят они рядышком, но очень красиво смотрятся. Один колиус, видите, цветет, но все-таки его красота за счет листьев, а не за счет вот этих вот цветочков. Хотя кто-то их обрывает, кто-то оставляет, но мне нравится именно, когда это в клумбе, чтобы выглядело вот так вот. Ну и вот этот вот тоже красивый сорт, который сейчас я, к сожалению, название не скажу вам, но очень тоже красиво смотрится. Причем в грунте посмотрите, насколько они гармоничны по высоте, по своему даже диаметру, и более темные, и более светлые на контрасте очень эффектно смотрятся. Так вот это все выглядят. Рядом петунии, астры, лилейники. Но я хочу заметить, что если вы хотите, например, продлить цветение петуний, то, конечно, необходимо использовать удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия. Я использую листовые подкормки, например, Плантофол или Плантофит с формулой 5-15-45. Тогда цветение будет более продолжительным, обильным, и цветы, посмотрите, насколько яркие. Вот так вот выглядят петунии. То есть две петунии, но это просто заполняет огромное количество вообще пространства и свободного места. Просто ковер. Осенью это смотрится ковром, когда уже, например, те же лилейники отцветают, и сейчас необходима будет их пересадка. Ну и в гармонии вот такие вот прекрасные астры растут. Вот астр, к сожалению, название этой астры я не знаю. Приобретала ее рассады. Но вдруг кто-то узнает сорт, пожалуйста, напишите это в комментариях. Ну и плавно переходим к вербене. Вегетативные я тоже на своем канале в этом году ее показывала. Это вербена уже вторая волна цветения. Посмотрите, насколько шикарные цветы. И тоже я подкармливала этим же удобрением. Просто хотелось продлить цветение этих замечательных растений. Вербена ампельная. И вот так вот она очень красиво, тоже эффектно смотрится осенью. Немножко похолодало, и посмотрите, она как начала опять цвести. В жару это все немножко приглушается, а когда похолодает, вот это цветение эффектное вновь возобновляется. Ну, конечно, не забываем поливать и подкармливать. Вот такая вот красота получается осенью. Дорогие друзья, напишите в комментариях, какие осенние цветы нравятся вам, какие петунии вы выращиваете в открытом грунте. Желаю всем здоровья и вам, и вашим растениям, и увидимся с вами вновь.